Праздник открытия первой елки совпал с именинами духовного покровителя Архангельска. Право зажечь огни на главном символе Нового года предоставили мэру города Виктору Павленко. Это праздник не только всего города, который носит такое замечательное духовное имя Архангела Михаила, но и каждого из нас. Это ангел каждого из нас. Поэтому, дорогие друзья, я вас поздравляю с замечательным праздником. И наши предки в этот день зажигали и открывали первую елку. И мы решили эти традиции возобновить и продолжать. Поэтому сегодня мы вместе с вами зажжем и откроем нашу первую городскую елку. Я желаю всем вам доброго здоровья, счастья, благополучия, всего самого-самого доброго. С праздником всех! Лесную красавицу в этом году украсили северные пряники. Ну и, конечно, что за праздник без зажигательных танцев? Всех гостей гуляния от мала до велика объединил дружный козулин хоровод. Это очень веселый праздник, такой яркий и радостный. Так вот, хочется прям радоваться, встретить поскорее Новый год, получить подарки, Деда Мороза увидеть. Праздник зажжения первой елки на Чумбаровке стал доброй традицией для Архангельска. Совсем скоро в каждом из его домов будет играть огнями свое новогоднее дерево. Мария Воробьева, Ольга Красулина, Алексей Шаршов. Панорама севера.